Когда все в огнях и украшениях, можно позволить себе гораздо больше. В новогодние праздники и наряды должны поддерживать сияющий антураж. В этом уверены ульяновские дизайнеры, которые уже выпустили свои новогодние коллекции. Тренд на сочные оттенки и элегантный черный не сдает позиций. Ну, во-первых, если говорить с точки зрения длины, то это либо мини, либо макси. А сейчас среднего не дано, очень много обращаемся к 90-м, вот эта эстетика советского времени, потому что ностальгируем по советскому времени, помним только хорошее, как нам все было хорошо. Родом из детства многие девочки примеряют на себя мишуру перед зеркалом, мастерят из нее головные уборы и аксессуары. Взрослым в этом сезоне тоже дозволяется облачиться в сверкающие пушистые одеяния. Дизайнер Ирина Малова приготовила сюрприз для любительниц всего искрящегося. В эту новогоднюю ночь мишура украсит не только елки, но и наряды. Ткань, из которой сшита эта юбка и отороченные рукава блузки, называется «травка». Несмотря на летнее название, эффект самый что ни на есть новогодний. А платья, украшенные бахромой и перьями, и вовсе отсылают к 20-м годам прошлого столетия. В современной интерпретации подобный декор актуален. Дизайнер Маргарита Лекомцева в этом году создала коллекцию в цветах пудры и электрического синего. Черные блузы из бархата и белые костюмы графично дополняют линию одежды. Блестящие платья, например, платье-комбинация. Также в этом году одним из главных новогодних трендов являются перья. Они могут быть в платье, могут быть в костюмах. Можно обычный пиджак оверсайз. А также сейчас модные новые пиджаки кейп, у них рукава в виде накидки. Классика вечна. Если душа не лежит к горячим трендам, можно обратиться к образам, проверенным временем. Костюмы из ткани букле ввела в моду легендарная Коко Шанель. Дизайнеры продолжают вдохновляться легендарным фасоном и фактурой. Костюм на мне украшен серебряными пайетками. Они блестят, словно снежинки. Не стоит забывать об аксессуарах. Этой зимой серьги, браслеты и колье из глянцевых металлов добавят блеска к глазам. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.